Ребят, всем привет! С вами снова Дукит и канал World of Games. И сегодня я вам расскажу такую интересную программу. Называется она, ребят, OBS Streamlabs. Вот. Чем она отличается от OBS Studio? С тем, что здесь вы можете добавлять всякие темы, сделать красивое, эффектное, ребят, оформление. То, что все ваши подписчики, я не знаю, будут просто в восторге от того, как у вас клево будет на вашем канале, то есть на вашем стриме. Ну, начнем с того, что я только покажу основу для настройки стрима, то есть самое необходимое. Кому будет интересно, пожалуйста, пишите комментарии. Ну, или чтобы вы хотели именно что-то, какую-то затронуть тему по поводу именно Streamlabs OBS, ребят. Ну, для начала вам надо будет зайти в Streamlabs и скачать OBS. Вот, после чего мы, ребят, переходим в тему, выбираем, какую тему нам, то есть, какую бы вы хотели тему. Я просто уже, ребят, выбрал. Нажимаем ее и просто нажимаем Install Overlay, ребят, извиняюсь, и у вас она скачивается. Переходим, ребят, в редактор. Единственное, что я могу вам сказать, что многие, ребят, пишут, не многие пишут, а многие спрашивают, что, ну, как бы, они заходят, они видят то, что, как понимают, да, что как это скачать, но некоторые не знают, как это все, вот как все это устанавливается, ребят. Я лично сам долго все это искал, потому что некоторые блогеры, кто делает гайды, немножечко упускают какие-то тонкие подробности, в плане чего, то есть показывают, как это сделать, но как бы очередность этих действий не показывают. То есть, как, допустим, сначала вот это, потом вот это, потом вот это, и как это вообще будет работать. То есть они грубо показали, вставили и все. То есть так столкнулся с такой проблемой. Я сейчас подробно все покажу, как это все, по крайней мере, как я это все сделал, ребят. Для начала, как мы скачаем сцену, у нас появятся такие штуки, ребят. Вот. Мы выбираем именно вот прямой. То есть эфир, как он будет у вас выглядеть. После чего мы, ребят, создаем еще одну сцену. Вот здесь. Создать сцену. Но я ее уже создал. Вот. Переходим опять обратно в наш редактор. Ну, где, откуда мы скачали нашу тему, да. И берем правой мышью, нажимаем вот так вот. И нажимаем копировать, ребят. Заходим опять в нашу сцену и нажимаем сюда вставить. То есть, видите, она у нас появилась уже в новой сцене, куда мы все будем, куда мы, грубо говоря, все будем, ребят, с вами вставлять. Так, это примерно будет выглядеть вот так, ребят. Вот, сейчас мы сюда еще сделаем вот так. А посередине я вам покажу потом, что мы поставим. Вот, мы сделаем вот так. После чего мы переходим опять вот именно сцену. Выбираем то, что у нас, ребят, осталось. Осталось это у нас, ребят, это вот две ссылочки. Нажимаем копировать. Вот, нажимаем сцену и опять вставляем сюда. То есть у нас все, у нас она вставилась. Некоторые, допустим, какой-то у нас есть новый фолловер, ребят, он у нас добавляется, так понимаю, вообще автоматически. То есть он автоматически уже у меня был здесь вставлен, Ваня Филисов. Так, ну, как я скачал, так она автоматически какая-то программа раскидала. Так, как он, смотрим, как это у нас должно быть, ребят. Должно это было быть вот так. По сути, да? Так, ну, мы просто можете на свое усмотрение делать. Можете сделать тогда вот именно это, оставить здесь. И два раза мыши сделаем и делаем, допустим, сюда. Вот. Вот это мы сделаем здесь. Кстати, клевая эта тема. Так, давайте посмотрим, как у нас оно там было. Это у нас было, грубо говоря, вот так. Топ, да, топ, топ, топ. Так. Давайте посмотрим, как у нас лучше сделать. Ну, можем сделать как так, можем, в принципе, так и оставить. Так, сюда подвинуть. Вот так, грубо говоря, можно и сделать. Вот, ну, блин, как-то это некрасиво будет, да? Так, почему я делаю посередине? Потому что иногда бывает, в некоторых играх бывают, ребят, вверху показаны карты, ребят, показаны карты. И поэтому иногда бывает такая фигня. Так. Тем тут очень много, ребят. Тем очень много. Сейчас я вам покажу, что их очень здесь достаточно. Так. 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 Тем тут просто дофига, ребят.
куча целая. Здесь мы найдем нашу тему, которую мы с вами выбирали, которую я скачал. Я хотел посмотреть просто, как выставлено у них. Так. Ну вот, да, примерно так. Ну ладно, давайте так и оставим. Фиг с ним. Переходим в редактор. Будет у нас так. Ну, я сейчас покажу, как вам сделать. Ну что ж, мы с вами, вот, грубо говоря, вот так вот сделали. Конечно, можно было и наверх чуть-чуть поднять. Ну, бывает иногда не видно из-за... Так, отдельно. Из-за верха. Не видно в некоторых играх, как вы понимаете, вот здесь бывает карта. Ее просто не видно. Так, что мы делаем? Нам надо добавить топ-донат. Мы что делаем? Мы добавляем дальше, нажимаем плюсик, ребят. Я хочу сразу сказать, вы можете отдельно сделать изображение, но желательно, чтобы было изображение GIF, ребят. Нажимаем на изображение, ребят, и добавить источник. Но у меня все уже подготовлено, поэтому я сейчас, сейчас добавлю уже готовое изображение. Это у нас серый-белый. Топ-донат. Окей. Черт возьми. Открыть. Вот. Делаем что мы? Делаем вот так. Делаем вот так. И вставляем сюда, ребят. Вот у нас серый-белый. Но это отдельно я делал, допустим. А теперь нам надо ставить сюда этот. Выделяем правой кнопкой мыши, ребят. И вот отсюда удаляем. Она нам нафиг не нужна. Так, удалить, окей. И сейчас мы добавим сюда новую. Нажимаем плюсик. Нажимаем изображение, ребят. Сейчас мы добавить источник. Добавить новый источник, обзор. Добавляем вот эту штуку, ребят. Окей. Ну, как видите, она у нас куда пошел? Стоять, Казбек. Как я и говорил, она у нас вот такая. Ну, что мы делаем? Мы добавляем фильтр, ребят. Добавить фильтры. Добавить хромакей. Так. Добавляем хромакей. Окей, цвет мы ставим кастом. Это у нас пользовательский. Нажимаем белый цвет, ребят, чтобы нам можно было затемнить. Нажимаем ОК. Так, нажимаем опять свойства, фильтры вылетели. Так, сейчас, ребят, мы сделаем все. Все будет сейчас круто, ребят. Можем, в принципе, вот так вот даже сделать. Вот так вот будет круче, да? Окей. Круто выглядит. И вставляем. До хрена большой сделал. Вставляем. Мне это больше понравилось. Так, вставляем сюда. Вот это выглядит, вот будет выглядеть, ребят, вот так. После чего мы, ребят, с вами добавляем донатик. Так, ну, заходим в Donut Alerts. Эй-эй, не балуйся, не балуйся. Так. Сейчас мы... Нормально сделаем. Так. Что мы делаем? Делаем мы вот так, ребят. Сейчас. Сейчас я зайду, ребят, в Donut Alerts, скачаю ссылочку. Так, сбор средств, ребят. Ну, она у меня есть. Ссылочку скачиваем. С Donut Alerts переходим опять сюда. Нажимаем добавить. Добавить браузер. Добавить источник, добавить, пишем, это у нас, ребят, сбор. Сбор, но это так просто напишу, ребят. Так, здесь убираем. Вставляем Ctrl-V. Ссылочку готова. Вот у нас появляется вот эта фишка, ребят. Появляется вот эта фишка. И мы можем как-то ее сюда присобачить. Вот так, грубо говоря. Давайте еще побольше сделаем. Грубо говоря, вот так вот она может штука это быть. Ну, в принципе, это кажется, что все маленькое, ребят, реально.
можем чуть-чуть убавить. Вот. Так. Вот так вот сделаем. И здесь можем, наверное, вот так вот чуть-чуть. Вот так у нас получится, ребят. После чего мы уберем сейчас... Так, серый-белый, наверное, тоже слишком много будет. Слишком. Так. Сейчас мы маленечко сделаем поменьше. Вот так. Как-то вот так, ребят. Сейчас мы добавим сюда с вами хромакея. А, ну мы еще не добавим, мы сейчас добавим сюда еще как его, заходим в донатайлер, оповещение, ну, отдельно, если кому-то интересно, я думаю, многие, наверное, все-таки знают, но кто не знает, напишите, я покажу, как установить, ну, настройку донатайлер-то, кто не знает. Так, копируем донат, добавляем донат, добавляем браузер, нажимаем добавить источник, пишем источник, это у нас донат. Окей. Нажимаем. Вставляем. Так, куда мы можем его пособачить? Лучше все же, наверное. Вот сюда, извините. Добавляем, проверяем. Сообщение. Так, он, видите, у нас оно высвечивается вот здесь. То есть все работает, все нормально. Так, чего у нас еще нету, ребят? Нет у нас подписчиков. То есть, допустим, мы не знаем. Ну, как бы. Сообщение. Сколько. Извиняюсь, блин. Повторяется. Так. Что у нас? Список счетчика зрителей можем добавить, ребят. Окей, добавить источник. Автоматически добавляется у нас, ребят, то, что вы как бы то, что у вас, ребят, ну, короче, то, что где вы, на YouTube, либо это, ребят, у вас на этом, блин, на Твиче. Можем сюда подсобачить. Вот, видите, да? Мы добавили сюда. Тут будут у вас зрители. Вот. Теперь нам добавить надо будет. Что мы еще сюда не добавили? Не добавили, ребят, чат. Чат. Блин. Так, ну чат можно добавить уже в последнюю очередь. Сейчас, ладно, попробуем другой чат где-нибудь взять. Кто-нибудь на стриме. У нас зайдем на YouTube, посмотрим. Сейчас чат скопируем. Где у нас стримы есть? Так. Еду, не знаю. Блять, его загуслить надо. Бля, я не хочу от него принимать. Что-то, блядь, за пушку у него. На что-то. Откроем и настроим сразу чат, ребят. Блять, отъебись нахуй! Ну! Так. Добавить чат. Добавить браузер. Сейчас напишем. Это будет у нас, ребят, чат. Так, это будет чат. Сейчас. Ctrl-V. Так, ну видите, сначала надо настроить нам его нормально, ребят. Для этого мы сейчас свойства. Блин, сейчас посмотрим, как же. Так. Так, 400, по-моему. 400 делаем. Давайте посмотрим. Вот так вот, да? Ну, это я вам примерно просто говорю. Так, свойства. 400, давайте на 500, наверное. 500. Окей. Нет, это стрёмная фигня. Так, попробуем сейчас увеличить его. Сразу, чтобы он нормально был. Так, свойства. Давайте сделаем 300. Нормально, чтобы он
Ну, вот такой вот, грубо говоря, вам, в принципе, большой не нужен. Вы можете его увеличивать. Вот так вот, грубо говоря, он будет у нас вот так вот, чат. Так, и что нам нужно для того, чтобы его... убрать вот эти штуки. Так. Сейчас я вам покажу программу. Блин, я уже не помню, где она была у меня. Так. Сейчас, ребят, минутку. Сейчас найду ее, вспомню. Где-то я ведь ее находил. Так, называется эта фигня чат ТВ2, ребят. Сейчас мы перейдем. Сейчас я вам покажу. Сейчас, ребят. Так, чат ТВ2. Вот этот сайт. Генератор, ребят. Переходим, в принципе... делаем троечку. Да, в принципе, сохраняем. Так, все, я вам просто примерно вот эту, ребят, ссылочку копируем. Скопировали ее. Так, закрываем. Переходим опять к нам, ребят, сюда. Где наш? Вот, ребят, вот наш чат. Вот наш чат. Так. Заходим в свойства, ребят. И вот это все удаляем нафиг. Это нафиг не надо. Это вообще просто не надо. Это если я вам показываю с YouTube, как вставлять. Нажимаем Ctrl-V. У нас вся эта дребедень вставилась. Нажимаем готово, ребят. И видим, что у нас все поехало. Все ништяк, все работает, ребят. Все четко. Как-то так. Вот. То есть, ребят, в принципе, я показал, как это в основном это все, ребят, делается. Реально, это круто выглядит. Вы сами это видите. Сейчас мы добавим какую-нибудь даже игру сюда. Сейчас, ребят, какую-нибудь запущу игру. Что мы запустим? Что мы запустим с вами? Давайте это откроем. А, не откроем. У меня Steam закрытый. Давайте откроем. Overwatch. Так. Единственное, мы можем еще бегущую строку добавить, ребят. Так, сейчас, ну что у нас? Так, не то. Давайте запустим Call of Duty. Black Ops. Так, мы добавили, добавляем захват игры, ребят. Черт возьми. Так, захват игры, ребят, добавляем. Где у нас захват игры? Окей. Игра. Пишем игра, ребят. Нажимаем готово. Захват отдельного окна. Нажимаем Call of Duty, готово. Блин, нам сначала надо было игру, ребят, запустить. Ну, короче, мы, в принципе, можем проще сделать.
тут такая тема, что есть... Бывает то, что мы настроились. Сначала надо было игру настраивать. Хочу вас сразу предупредить, чтобы вы не мучились. Но я проще сейчас сделаю. Я просто еще одну сцену создам. И все, сейчас это перенесу, и все. Как бы мне это не проблема. В принципе... Это не беда. Вот у нас сцена. Так. Ему просто заново придется нам, конечно, создать, но хер с ним. Короче, смысл я вам, ребята, объяснил, как это делается. Но... То есть всем понятно. Единственное, сразу могу сказать, что изначально, ребят, лучше создавайте лучше сначала, то есть добавляйте какую-нибудь, например, когда начнете настраивать, сначала добавляйте, ребят, игру. То есть добавляйте сначала игру, то есть включили, потом налаживайте сверху вот эти эффекты. Потому что, как видите, у нас бывает такая фишка, бывает, что запускаешь игру, и она у вас просто поверх окна, ребят. Как вариант, конечно, можно попробовать перезапустить. Ну, я не знаю, так, как-то вот так, ребят. Поэтому я думаю, вам, ребят, понравилось, как сказать, было полезным мой обзор по данной программе Streamlabs OBS, ребят. Вот, кстати, не забывайте, ребят, подписываться, ставить лайки. С вами был Дуки, канал World of Games, ребят. Всем пока и до новых встреч, ребят. Покедова.